Сенатором американского штата Индиана стала украинка. Виктория Спарц обошла шестерых других кандидатов и будет занимать этот пост до 2020 года. 38-летняя Спарц переехала в США, когда ей было 21, получила диплом магистра по специальности бухгалтерский учет университета Индианы и осталась там преподавать. Кроме того, она занимала высокие посты в компаниях, которые входят в список 200 самых прибыльных в США.